Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вы на канале InstaForex TV. С вами я, Екатерина Стихина. Вашему вниманию представляем программу «Телемост», в рамках которой рассматриваем текущее положение котировок. И вместе с нашим экспертом Владиславом Тюхменевым попытаемся дать прогноз их дальнейшего движения. Ситуация на валютном рынке на этой неделе оказалась совсем непредсказуемой, поскольку практически в последний момент доллар США развернул котировку и отправился по нисходящему тренду. Конкуренты доллара воспользовались моментом. Несмотря на политическую нестабильность, в Италии евро активно растет против доллара США. Но на прошлой неделе наши аналитики предвидели такой исход событий. Владислав, здравствуйте. Какие прогнозы озвучите вы по паре евро-доллар на этот раз? В зеленой зоне закрывается и другой европейский торговый актив – британский фунт. Но ваши прошлые прогнозы не были оправданы из-за непредвиденных политических обстоятельств, связанных с продвижением дел по Brexit. Помимо этого, поддержку национальной валюте Соединенного Королевства оказало резкое падение доллара США. Что вы можете сказать о дальнейшем движении пары кабель на этот раз? Ваши прогнозы относительно движения пары доллар-иена, озвученные в прошлом телемосте, оправдались. Доллар США во второй половине торговой недели уступил более безопасному активу из-за политических факторов. Спрос на валюту Тихой гавани начинает расти, что оказывает поддержку иене. Спасибо за торговые рекомендации. Увидимся с вами на следующей неделе. До встречи. Вы смотрели программу «Телемост», которую представила вам я, Екатерина Стихина. А помог разобраться в дальнейшем движении торговых активов эксперт технического анализа официального представительства группы компании InstaForex в Москве Владислав Тюхменев. Уважаемые трейдеры, мы желаем вам хороших выходных и роста прибыльных сделок. До встречи на следующей неделе.